Здравствуйте, дамы и господа. К вашему вниманию краткий обзор телевизионной тумбы от Abdon Group. Как видите, это модель подвесного типа с двумя видами фасадных материалов. Это плита Феникс в серо-матовом цвете и столешница с центральным фасадом из стекла графит. На наш взгляд, подвесная мебель имеет такие плюсы, как элегантность, отсутствие пылесборника под мебелью и за ней и более удобный доступ внутрь за счет того, что полезный объем расположен выше от пола. В данном случае крайние отсеки открываются на петлях Блюм с доводчиком в черном цвете и центральный фасад открывается вниз с помощью барного механизма мини-винч, который плавно опускает фасад и также доводит его в закрытое положение. На этом на сегодня все. Как всегда, благодарим за просмотр. Ставьте палец вверх. Удачи вам и пока!